Ребята, всем привет, с вами канал Страна и Гирляндия, и сегодня у нас с вами Subway Surf обновление Берлин. И конечно же специальный персонаж к этому обновлению Нина. И мы с вами покупаем Нину Киберпанка. А также у нас с вами будет новая доска для серфинга, какая вы сможете посмотреть в самой игре. И еще, ребята, мы с вами будем выполнять мини-миссию и собирать скорее всего билеты на рок-концерт. Для того, чтобы закрыть мини-миссию, нам осталось собрать всего 4 билета. И в последних играх мы с вами активируем быстрый старт, а также увеличение рейтов. Да, вот только скорость после того, как мы активировали быстрый старт, очень большая. И в первые секунд 30 довольно сложно, пока привыкнешь к такой скорости. Ведь когда стартуешь без быстрого старта, скорость набирается постепенно. Увеличенные рейты дают нам возможность набрать практически 200 тысяч баллов в самом начале. Ну вот, по-моему, к скорости я привык, и теперь мне не страшно совершить ошибку. Ребята, вы знаете, судя по игре, железнодорожный вокзал Берлина не такой яркий, как в прошлых обновлениях. А кстати, мы с вами ничего не забыли? По-моему, забыли. А вот и новая доска для серфинга. И выполнена она в форме гитары. Как раз подходит для киберпанка Нины. А вот и первая возможность полетать. Кстати, после того, как мы подобрали реактивный рюкзак, я пытался подобрать билетик, но, к сожалению, ничего не получилось. Ведь когда мы находимся в полете, собирать улучшения, а также итемы для мини-миссий нельзя. Едва не потерял траекторию, когда собирал монеты. Отлично, увеличение количества баллов, это нам пригодится, ведь набрать миллион баллов это обязательно. Вижу внизу какую-то плюшку, и мы специально спустились, чтобы ее подобрать. И это была плюшка на увеличение рейтов. Но наконец-то первый итем для выполнения мини-миссии мы подобрали, но в общем это уже 7-й итем. Пришлось сместиться с траектории, ведь запрыгнуть на железнодорожный вагон мы просто-напросто не смогли бы. И вот она наша ошибка, и сразу же появляется инспектор. Да, к сожалению, итем для выполнения мини-миссии для нас был недостижим. Еще один реактивный рюкзак. И мы можем некоторое время свободно находиться в полете, даже не меняя траектории, ведь у нас есть магнит. Едва не прозевал окончание действия магнита. Да, нам определенно везет на реактивные рюкзаки. Третий подряд. Но вы только посмотрите, как же быстро увеличивается количество набранных нами баллов. Только что мы преодолели планку в 500 000 баллов. Вижу плюшку на увеличение количества рейтов, мы немножко рискнули, но ее подобрали, а также подобрали очередной квестовый итем. Ребята, вы знаете, музыкальное сопровождение в этом обновлении мне очень нравится. Сразу видно, что мы попали в город рока. Сейчас мы подберем еще одни кроссовки и некоторое время сможем обходиться без доски для серфинга.
Круто! Снова увеличение количества баллов и квестовый итем находились рядом, и мы их обои смогли подобрать. Только что мы снова едва не попали под железнодорожный вагон. Инспектор нас преследует вместе со своим псом. Но наша скорость намного больше, и естественно мы от него смогли оторваться. Незаметно нам получилось собрать 2000 монеток. Ждем последний квестовый итем. Но он немного подождет, ведь снова у нас реактивный рюкзак. Время действия магнита подходит к концу, и нам с вами придется собирать монетки вручную. Отлично, коробка с призами. Естественно, мы ее заберем. И в конце посмотрим, что же из нее выпадет. Впереди вижу джампер. Обожаю эту плюшку. Ведь прыжок получается очень высокий. И при приземлении мы снова подбираем реактивный рюкзак. Ребята, скорее всего, их нужно будет пропускать. Чересчур много их на один забег. При такой скорости я немножко теряюсь и собираю, естественно, не все монетки. Ну когда же нам попадется еще один квестовый итем? Я хочу сегодня обязательно закрыть эту мини-миссию и получить призы. Отлично, у нас есть кроссовки, и вот он, последний квестовый итем мы подобрали. Мини-миссия закончена, и теперь осталось подождать окончания нашего забега. Под такую музыку собирать монеты — одно удовольствие. Ребята, а как вам, рок нравится или нет? И напишите, какую музыку вы любите слушать. Еще одна плюшка на увеличение количества рейтов. До миллиона баллов осталось совсем немножко подождать, буквально 15-20 секунд. Обидно, не успел совсем чуть-чуть, чтобы подобрать кроссовки. И снова джампер. И внизу вижу ключ, он нам не помешает. Ребята, сегодня мы с вами посмотрели новую трассу, открыли нового героя, новую доску для серфинга, выполнили мини-миссию, набрали более миллиона баллов. Я думаю, что игра нам удалась. И жду от вас лайков, а также, кто не подписался, подписывайтесь на наш канал. Ведь на нашем канале вы сможете посмотреть множество интересных видео о различных играх. Как же хорошо, что у нас есть чудо-кроссовки. Если бы не они, скорее всего, с дистанции мы бы сошли. Отлично, нам хватило длины прыжка, чтобы подобрать удвоение количества баллов. Еще один ключ, круто! И снова нас преследует инспектор, и все-таки он нас поймал. Ребята, а сейчас настало время посмотреть, какие же призы достанутся нам. Монетки, еще один приз, и это ключ.
За мини-миссию мы получаем 3 быстрых старта. И что же осталось нам посмотреть? Осталось посмотреть, сколько баллов мы смогли сегодня набрать. 1 346 000. Ребята, на этом буду заканчивать. Всем пока и до новых встреч!